24 декабря 2018 год, Харьков, 15:43 по Киеву. Вот, наверное, куда резервистов собирали в связи с военным положением. Да, первая елочка новогодняя в Харькове, когда военное положение в области. Оригинальная какая-то она в этот раз. То есть добавили этих изумрудов. Больше на гробики похоже. Да, официальное открытие елки будет 26-го. Как раз закончится военное положение через пару дней. Ну, военное положение, наверное, никто, кроме этих оловянных солдатиков, щелкунчиков и не почувствовал. Ну и резервисты, конечно. Благо получилось у меня в военкомате объяснить, что предновогоднее время на работе не самый лучший период для поездок на полигон. Перенесли мне эту развлекуху на более поздний период. А что же это такое? Не было в прошлые разы такого. Что-то мне эти осколки драгоценных камней на елке напоминают, не могу понять что. Осколки льда, попавшие в сердце Кая. Да, ну в общем-то все функционирует уже давно. Все развлекухи, все выпивухи. Рождество католическое, то ли когда? Ну, 25-го, получается, завтра, сегодня на завтра. Выходной день в Украине. У нормальных людей. Коим себя относить не приходится. Бейблей, тот же О6 Бейблей. О, такие я себе делал. Так, а еще с отвором, то можно, в принципе, даже починить. Ну и там каточек. Пару раз я уже бой 12 часов встречал прямо на коньках. Коньки классные. Каток бесплатный, но если со своими коньками. Без своих коньков берешь в аренду коньки и катайся. Свое удовольствие. Ну или в чужой, если кататься не умеешь. Хоть народ повеселишь. Ой. Дедушка Мороз где-то уже снегурочку потерял. Ага. Так, а что ж там у нас на месте памятника Ленина? Со смены у людей еще работают.
рабочий день, а он же... А, сегодня выходной, наверное, тоже. Аж переносили. Ничего на месте памятника Ленина. Ну, в общем... Сейчас еще к памятнику Шевченко, наверное, спущусь. Да, день уже начал увеличиваться. Ну, лады.